Якщо так трапиться, що у нас інфекційна лікарня, зараз ви сказали, вже на 80% вона заповнена пацієнтами, і вже заповнюється і госпіталь. А якщо і той госпіталь, який зараз знаходиться в бувшому помешканні санаторію дитячого, mm-hmm. буде заповнений, чи готова перша лікарня приймати, де колись теж було відділення шпиталю, чи там є умови, щоб прийняти знову? Що стосується лікарні номер 1, то кислородний, там була така розводка кислородна, вона, її сохранили, нічого з ней не відбувається, там все это сохранено, и койки там есть. Единственное, что может у нас не хватает, это медицинского персонала. Поэтому на сегодняшний день, как я уже говорила, в санатории у нас находятся 4 больных, которых мы не перевезли в инфекционный новый стационар в связи с состоянием здоровья. Но мы планируем в случае необходимости развернуть стационар, прием больных с ковидом или второе отделение госпиталя на базе нашего детского санатория. То есть так будет удобнее и для медперсонала, и для нашего, для компактности проведения всех необходимых оказания медицинской помощи. И в том числе и для нашей скорой помощи, которая привозит больных и так далее. Это практически одно место. Ну и что касается еще третьего госпиталя, то на сегодняшний день дело не столько в койках, да, и на кислородных возможностях, сколько в медицинском персонале. Вот на сегодняшний день, что можем мы персоналом обеспечить, это еще санатории. Следующий этап, это уже не покрывается медицинским персоналом, здесь нужны другие какие-то действенные меры. Об этом, конечно, наш госздравотдел думает, но на сегодня решений нет. Пока только инфекционный стационар, который мы отремонтировали, и санаторий, который может быть развернут в ближайшее время, если только мы перейдем черту 90%, вот мы подбираемся уже к 100%, как только мы будем близки к этой черте, мы сразу же откроем стационар. Второй госпиталь.